Зимний городок на площади у Дворца культуры «Нефтяника» оживился красками. На башнях Снежной крепости появились сказочные герои. Золотую рыбку, крокодила Гену, Чебурашку, черепашку-ниндзя и других персонажей нарисовали волонтеры и воспитанники детской школы искусств номер 2. Мы пригласили детей для того, чтобы украсить наш город, чтобы было веселее, красивее. Не просто стояли вот такие вот, они красивые, конечно, но решили сделать поярче. Конкретно тематики нету, просто детская тематика. Это предложила общественность. Ну, мы привлекли волонтеров на добровольных началах. Вот они начали раскрашивать. Я считаю, что это очень неплохая идея, что вся вот эта, скажем так, заиграла какими-то красками. И то, что дети нарисовали, оно наивно, но оно прекрасно. По словам Рамазана Шихалиева, изначально планировалось раскрасить крепость в самом начале года, но помешали морозы. Для нанесения рисунков используются баллончики, которые распыляют краску при температуре воздуха до 20 градусов ниже нуля. Планируется, что в ближайшем будущем на Снежной крепости появятся изображения и других сказочных героев.